Хотел взорвать красноярских полицейских. Сегодня в ФСБ рассказали подробности задержания террориста из Таджикистана. В январе прошлого года 24-летний мужчина планировал взорвать красноярский отдел полиции. В его квартире тогда изъяли взрывчатку, которую он изготовил самостоятельно. Мужчину также обвиняют и в подстрекательстве к терроризму. С потенциальными последователями он, как правило, знакомился в мечети города Красноярска. Затем приглашал их к себе домой, где проводил беседы на тему радикального ислама, о необходимости проведения джихада путем вооруженной борьбы против неверных. Своим знакомым мужчина показывал фото и видео казней. Ему удалось склонить к терроризму двоих из них. Преступник планировал через Турцию переправить злоумышленников в Сирию. Обоих сотрудники ФСБ задержали. За подготовку взрыва и подстрекательство гражданина Таджикистана осудили на 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Двое его знакомых отбудут 2 года в колонии общего режима.